Юбилейные медали к 70-летию Победы вручили ветеранам Великой Отечественной в Уральске. В регионе проживают 242 участника войны. Все всего на фронт в те годы ушли 76 тысяч западноказахстанцев. Почти половина из них погибли на полях сражений. Поздравляя друг друга с очередной годовщиной Победы, фронтовики не забывают о боевых товарищах, не дошедших до этих дней. 9 мая для нас очень дорого. Самый дорогой праздник, потому что этот праздник привел счастье всем народам всего мира. Поэтому наша молодежь должна всегда помнить и не забывать те трудные военные годы. Сейчас мы живем в прекрасной стране, нашем Казахстане, цветущем. Наша республика является примером миролюбия, согласия и стабильности. И дай Бог, чтобы не было войны, потому что война – самое страшное зло, которое случается на нашей планете.